Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Ольга Каурова. Очень короткий ролик о том, как правильно разместить пост в своей группе, бизнес-группе. Большая часть участников размещает посты от своего имени. Предположим, а надо размещать на самом деле от имени группы. У вас есть группа, у вас есть у группы логотип, и вот надо, чтобы эта информация размещалась именно от имени группы. В таком случае у вас появляется возможность с этой информацией, которую вы размещаете, поделиться. Причем поделиться с друзьями, с подписчиками сообщества, если вы ведете несколько сообществ, отправить личным сообщением. Если только вы размещаете информацию как частное лицо, вот в данном случае, то у вас уже возможность поделиться получается ограниченная. Вы сможете отправить только личным сообщением. Поэтому всегда размещайте информацию от имени группы. Тогда есть полный спектр возможностей по тому, куда сделать репост. Прежде чем размещать, сразу заходим рядом с синей кнопкой «Отправить». Слева есть ваша фотография и такая маленькая стрелочка. Нажимаем. И появляется возможность выбрать от своего имени или от имени сообщества. Как только мы выбрали от имени вот вашей группы, здесь изменилось место фотографии, теперь логотип. И теперь можно вставлять информацию. Я возьму одну из своих размещенных информаций в Фейсбуке, скопировала ее. Сюда заходим, мы ее вставляем. Вот она у меня теперь есть. Все ненужные мы уберем. Так, и картинку нам нужно прикрепить. Прикрепляем картинку. Я сейчас возьму вот эту картинку, которая у меня есть здесь на Фейсбуке. Правой клавишей мыши копировать URL картинки. И здесь я ее вставляю. Вставила. Она у меня автоматом здесь сейчас отразится, эта картинка. Здесь, когда копировала, здесь же несколько вариантов есть. Копировать картинку, копировать URL картинки. Вот, и вот сейчас я правильно вставила. Теперь то, что я здесь вставила ссылку на картинку, я ее удаляю. Лишнее мне не надо. Так, здесь хэштег не совсем правильный. Все надо с маленьких букв, иначе он хэштегом не станет. Business school онлайн. Так, вот пост готов. Присоединяйтесь. Вставим какие-нибудь еще такие привлекающие. О, в конец вставился, вырежем. Это мы вырежем Ctrl-X. И наверх Ctrl-V вставить. И сюда ее Ctrl-V вставить. Сопровождение, постоянная поддержка. Это мы сейчас тоже какой-нибудь вставим значок. Эмоции, поддержка. Вот такой, где рукопожатие. И возьмем человечка, вставим. Так, личный скайп. Это мы вставим тоже какую-нибудь картинку. Вот опять в самом конце вставилась Ctrl-X. Ctrl-V. ВКонтакте. Ctrl-V. Facebook. Ctrl-V. Viber и WhatsApp. Ctrl-V. Или оставьте заявку на сайте, мы с вами свяжемся. Так, у вас есть возможность вступить. Посмотрите все более подробно на сайте нашего холдинга. Попросит зарегистрироваться, но не будет. Я разбила
побольше сделаю таких пустых строк, для того, чтобы легче читалось сообщение. Иначе, когда такой большой сплошной текст, люди сейчас ленятся читать, поэтому мы вот так вот делаем больше воздуха. Всю ссылочку мы здесь уберем. Получается, что здесь можно еще и вот так вот ссылку на сайт вставить. Ну и оставим. То есть вы видите все и отправить. Что у нас получается с постом? Вот смотрите, у нас получилась вот такая вот описательная часть вверху. Вот такая картинка, которую мы взяли с другого места. И теперь у меня есть возможность поделиться. Я могу нажать «Поделиться», и пусть, например, она у меня уходит моим друзьям, подписчикам. «Поделиться». Вот. И если перейти на мою личную страницу, то теперь она у меня там появилась, эта информация. Обновим страницу, и мы увидим, что здесь у нас появляется вот так вот, она, эта информация появилась, но она появилась и под моим именем, и от имени сообщества, от имени группы, которую мы ведем. Вот такая маленькая тонкость. На связи была Ольга Каурова. Всем хороших, отличных результатов. Пока-пока, до встречи.